И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, подписчики, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем снимать рубрику, какой аниматроник выдержит ядерный взрыв. Диппер будет нас взрывать, а мы с пацанами будем брать аниматроников. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, давай, ядерный взрыв, стреляй. Неа, да, убила всех троих. Это очень слабый пак, будем умирать, наверное, в этой серии очень много, так что приготовьтесь, будет очень много взрывов. Так, летим в эпицентр. Очень слабый взрыв. Так, давайте дальше продолжаем. Так, где он там пропал? Надеюсь, пацаны, у вас никого не будет вылетать на рабочий стол. И у меня тоже. Потому что как-то даже у меня FPS падает. О, я могу ползать. О, следующую рубрику, ребята, знаете, какую мы снимем? Какой аниматроник самый быстро ползает? Если вы хотите, ставьте плюсик, мы реально снимем. Мне кажется, будет прикольно. Так. Не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. Я очень рад, когда вы все подписываетесь. Чем нас больше, тем больше хочется роликов снимать. Так, ну что, ядерный взрыв. Я второй раз уже не умер, был очень далеко. Так, осталось у нас не так уж и много. Уже следующий пак, да, я так понимаю? А нет, да. Так, есть, я вылез. Давай, мочи. А, не, подожди, стой, не мочи. Бенди еще не взял. Нормально, пойдет. Ну давай, ребята, вы напишите в комментариях, какой же выжил. Потому что, может, я все не запомню, но буду всех показывать. Стреляй! Абдулла. Бум. Нет, мы всегда умираем. Видно, бомбу пофиксили. И мы все умираем. Может, будут такие, кстати, аниматроники. А, я знаю, кто выживет. Это будет Эннард. Он очень жесткий. Тут уже ходит скелетосом. Расшатываемся. А, не, я уже вылез. А кто стрелять будет? А чё никто не стреляет? А, вот. Бенди, давай ты стреляй. Потом, может, я постреляю. Посмотрим, как будет. Так, Бенди ищет бомбу. Есть, взял. Мочи, я готов. Бум. Все умираем сразу. Это очень жестко. Все. Нет, не все. Кстати, за углом не валит. Как только выходишь. Так, давайте будем продолжать. Надо всех показать успеть. Фокси. У всех по-разному жизни, у всех. Одинаково ни у кого нету. Ого, это взял, давай. Подожди, а где третий? Нифига себе здесь сколько дыма. Давайте хоть отбежим. То ничего не видно. Вот это гриб. Это еще не все. А ну давайте, жахайте, одновременно сможете вдвоем? А нет. Успел взять, успел. Красота какая, мне очень нравится. Так, давайте возьмем дальше. Это этот расшатывается. Есть. Вылазит. Вообще ничего не видно, давайте отойдем сюда еще. Все равно убивает. Сейчас мы скоро дойдем до пака, где они, наверное, не будут убивать. Или дайте его, наверное, сразу попробую взять аниматроника, которого не будут убивать. Мне кажется, что это будет... Сейчас есть у нас тут такой пак один. Нет, удалили его, наверное, с воркшопа, его нету теперь здесь. Сейчас мы еще здесь посмотрим. Во! Сколько у него? Нет, у него мало жизней. Очень мало. А ну с этого пака. Во, 50 тысяч. Отлично. Попробую выжить. Как-то я как-то хожу, как рахит какой-то. А чё меня в правую сторону клонит? Стреляй, я не боюсь. Нет, все равно убивает. И еще. Вот это мочит. Все, хорош, пацаны, не стреляйте. Все, прекращай бомба валить. Все нормально. Блин, у нас был Эннард еще. Во, смотрите, у меня 100 тысяч жизни. Я надеюсь, Бенди она не убьет. Стреляй. Да нет, все равно убивает. Нет такой бомбы, которая не убивает. И еще одна пошла. На всякий случай.
Нормально. Все, пацаны, хорош, не стреляйте. Так, давайте немножко сюда отлетим. Там очень жестко. Вот, давайте попробуем с этих, с твистед аниматроников. У них тоже очень много жизни. Во, вообще нереально жизни сколько. Стреляй. Ну-ка. Нет, убивает все равно. Жесть. Сейчас полежим немножко и возродимся, чтоб не убивало. Не, не сильно уже убивает. Так, давайте с этого пака возьмем. 8500 по-любому умрет. У этих у всех одинаково, да? Ну давайте все равно, пусть жахнет. А ну давай так не прям в меня, а вот там, где уже был взрыв. Достанет так сдалека или нет? Музычка какая-то играет. Ну что, давай, жахай. Все равно убивает. Независимо от расстояния. Ты разошелся, я вижу, очень сильно. Нормально, пойдет. Так, сейчас, ребята, мы напоследок сделаем очень жесткий взрыв. Проверим радиус бомбы, сколько она выдержит. Так, давайте еще разный поставим. Я так сделаю, чтобы они не бегали. Потому что они будут бежать к центру всегда. Мы сделаем, чтобы был виден взрыв. Жужжат, прикольно. Давайте еще этих поставим. Пацаны, это будет очень сильно. Надеюсь, у нас ни у кого не вылетит. И у меня тоже. Потому что уже немножечко FPS просел. Нет, нормально еще. Еще можно. Так, давайте я буду стрелять. Потому что мне неохота очень жахнуть. Возьмите тоже аниматроников, проверим. Какие, которые мы еще не брали. Так, сейчас она зарядится. Блин, у меня аж FPS упал. Надеемся, все будет хорошо. Давайте мы отсюда выстрел сделаем. Так, так, так. Все, я стреляю. Хорошо пошла. Убила всех троих. Ничего себе. Так, давайте будем смотреть, кто остался в живых, а кто нет. А, все, она уже до сюда не достает? Ага, очень странно. Сейчас я еще раз жахну. Так. Очень маленький радиус у бомбы. Так, сейчас мы отсюда жахнем. Пацаны, летит. Блин, сейчас заряжусь. Вот так вот. Четко прям туда стрельнул. Вообще всех мочит. Нифига себе, вот это жахнуло. Тут вообще никто не выжил. Давайте посмотрим сюда. Так, так, так. Тут еще живые есть. Сейчас мы здесь бомбу другую взорвем. Так. Пацаны, готовьтесь. Я тоже сейчас стану аниматроником и взорвусь. Так, оружие. Не равентити, HB-бомбс возьму сейчас. Так, 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 вот она. Вы готовы, пацаны? Давайте возьмем. Во. Все, я взрываю бомбу. А я не знаю, как ее взорвать аниматроником. Как это сделать? Сейчас, подождите, другого возьму. Может, какой-то аниматроник все-таки может ее взорвать? Сейчас. Давайте этого. Ого, оно валит на расстояние. Но бомбе нифига. Хорошо. Придется вручную взорвать. Че, не взорвалась? Ну что, пацаны, всех убило? Это был мега взрыв. Вся карта в огне практически. И это, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока!